Но в целом вроде нормально. Так, старался поддерживать форму. Понятно, что тренировочный процесс не такой был, как профессиональные баскетболисты делают каждый день. Но надеюсь, как можно времени займет, чтобы мне поднять свои кондиции. Коврик сразу вынул. Вот ты с ними разговариваешь, скажи, есть магнит тут итальянский, если ты поешь. Вначале отдыхал. Потом так все равно организм требовал нагрузку, играл в футбол, бегал кросс, в тренажерку ходил. Ну, с мячом только начал тренироваться, наверное, только в начале, в середине августа, в начале себя чуть. А так только без мяча тренировался. Все произошло очень быстро, вчера буквально, ближе к вечеру, поэтому только успел собрать вещи, прилететь сегодня утром. А так, конечно, эмоции положительные, потому что связаны, прежде всего, с прошлым сезоном, где мы выиграли Лигу ВТБ. Замечательный коллектив, большинство парней, тренерский штаб я знаю, все знакомо, поэтому с удовольствием откликнулся на предложение. Надеюсь, помогу, чем могу. Почему взял 64 номер? Потому что когда пришел в «Зенит», 12-й был занят, который все время играл и в сборной, и в клубе. И сразу спросил про 64-й, потому что Саратовский регион, я в Саратове родился и решил так дань уважения отдать. И сейчас вернулся, когда спросили, какой номер, даже, хотя я знал, что он Артем Клименко, тоже по 12 все время играет. Сказал, если 64-й свободен, с удовольствием его возьму. В нашем возрасте так загадывать нельзя. Был сейчас Виталий Валерьевич самый возрастной. Теперь он будет очень доволен, что есть у него, на кого можно стрелы, так говорится, посылать. А так, да, самый возрастной. Но об этом не думаю, не загадываю. Как силы и здоровье и желание будет, буду помогать. Если почувствую, что уже нету, всегда есть возможность остановиться.